Здравствуйте, дорогие подписчики, доброго времени суток. Хотела снять видео об этой орхидейке, об маленькой. Эта орхидейка у меня была с одним корнем изначально, и она не хотела у меня становиться ровно. Вот сейчас я уберу лак. Все-таки я ее выставила ровно. Если есть возможность, старайтесь, чтобы орхидейка у вас все-таки не лежала. Выравниваете ее изо всех сил, подпираете. Никуда она не денется, вырастет. Даже с маленьким, с одним корнем. Это, в принципе, и розеточка небольшая. Это у меня маленький, желтенький. Сейчас скажу. Green Batman. Он будет в крапушек, в желтый, очень красивый. Такой орхидейчик будет. Он сейчас вот сам вот держится. Изначально он был с одним корнем, и он все время лежал у меня. Некоторые даже, я видела, видео сажают вот так вот, что он не лежит, и ничего страшного. Но я хочу сказать, можно при желании, при настойчивости выровнять его. Так что выравнивайте. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до скорых встреч!